один Тимофей ест ливерную колбасу. А где-то Людку я тоже видел. А что она не идет? Сытая, да, сытая. Ой, а Тимоха опять под ногами только. Как я пришел, вот он ходит, как там у какого-то клоуна или Куклачева или кого-то. Между ногами. А вот сейчас свет-то я включил. А ведь уезжаю, выключаю полностью все... Все пробки, все эти автоматы. Чтоб тут не получилось какое-нибудь замыкание. Вот включил. А то хожу в темноте тут. Ну, где-то светится, а где-то и не светится. Ой, недолго я вообще-то не был. Дня 4 или сколько. Ну, Тимофей-то голодный. Что-то он мышей не промышляет, видать. Ну, рыбу они вон там. Ой, сколько. Рыбу ели или не ели, я вообще не понимаю. Тимофей! Чего? Культурный? Мяу-мяу. Что-то ты грязный, вон, Кыс. Я в рукавицах. Тебя стряхиваю. Ну, вон ты с ошейником не содрал. Крепко я, значит, прикрепил. А тех как поймать, я не знаю. Вон ошейники лежат. Ну, Тимол, чего? Что-то там чует? Где-то я оставил колбасу, что ли? Тимол, перестань. О, свет включается, выключается. Где-то я на другой аппарат пытался тут снимать, так вообще ничегошеньки не видно. Не наелся, а? Так тебя вообще не прокормить. Сколько я тебе сейчас вот дал, я за раз съедаю на обеде. Нормально. А тут какая-то маленькая коша. О, друзья, однополчане. И Люда пришла. Все. Стало жарко. Ой, Людка утащила все равно какую-то штуковину. Я не знаю. Рыбу едят плохо. А вот дал им какую-то куриную, кажется, желудки. Вот это едят. А Тимоха, не знаю, он голодает или что. Эти вот где-то тут кишки от мыша вот тут вот где-то валялись. Вон. Ловят мышев-то, ловят. А Тимоха, видать, плохо ловит. И вот он все за мной ходит. Все просит. Сколько, так... Рыбу не ест, а просит колбасы какой-нибудь. Вот. Тимоха тут. Даже Тимоха ест. Во. Сейчас температура стоит. Ну, чё. Днём-то вон солнышко. Всё прекрасно. А ночью всё равно замерзает. Ну, Люда вон там. Где-то с краю. Там еще штуковины есть. Ай-яй-яй. Вот сейчас Люда схватит и утащит эту крупную-то. А Лаврику уже все, не хватило больше. Все, нету. Все, Лаврик не наелся. Так все уже портится. Вот я еды-то всю зимнюю выбросил. Ага, Лаврик, вон рыбку стал есть, и это кончилось, закончилось. А так не ест?
Так днем-то вот тепло бывает. Мухи тут уже все облепляют. Не знаю, как я им буду летом-то. Еду-то давать. И где они спят, я не знаю. Все над баней стекловато. Вот туда Тимоха их и приучил. На стеклователь. Че? Так облизывают ведь себя и дышат. Все, испортят организм. Я все затыкал там, всю эту, вокруг бани, все дыры затыкал. Нет, Тимоха где-то все равно пролазит. Оттащил этого Тимоху опять на сеновал, там перины, матрасы, всякая шерстяная, всякая одежда. Сено там. Нечего, вон Тимоха уже пошел. Лаврик, кто-то ведь... Мыша-то этого съел, кишки-то вон остались. А видать, не Лаврик поймал. А Лаврик доедает кишки. Нет, кишку он не стал эту есть. Да, все, перестану я вас снимать. И вообще, рыбу не хотите есть? О, Людка убежала, Лаврик убежал, все убежало. Все прекрасно, хорошо. О, под крышей сидят двое. Людка с Тимохой. Тимоха задом, Людка ко мне передом. А где Лаврик у вас? Эй, ребятки, на солнышке что-то вон. Людка зажмурилась, подсвечивает. Эй, а может это не Тимоха, а Лаврик? Хотя не знаю. Оба серых. Вон они там далеко. Солнышко светит, уже вечер. Чего-то там, как будто спят. Эй, ребята. Точно, Тимох, эй там. Вон. Даже зевает чего-то. Людка зажмурилась. Тимофей! По этому, по ошейнику отличаю. Ну, Лаврик, конечно, и поширше во всех отношениях. И голова у него шире, и тулово выше. Ну, чего вы там сидите-то, а? Спите прямо. А Лаврик где-то все бегает. Может, он спит где-то. Может, промышляет. Не знаю, что вы там сидите. Людка-то маленькая какая. Серия, кущара. У Тимохи там над ухом что-то висит, какой-то листик. Кону ухом прыг-прыг, швырк-швырк. Ну чего? Ладно, еще сегодня ночую. Остаюсь. Вон вы где-то. Ох. Фей слез с командного пункта. Тут вот песочек так. Чего-то все ширкает. Ну, этот, как его, ошейник ему не очень нравится. А вон там и Людка появилась. Не, ой. Тимоха бежит. И Людка. Людмила. Ну что, та тоже что-то швыркает. Хотя у той ошейника нету. Уже, наверное, эти самые клещи на нее напали. Вот и будут вас, всю кровь у вас выпьют. Вот. У Тимохи-то ничего. Он-то просто ему ошейник не нравится. Все-таки терет шею, горло. И надо было немножко пошире, но я боюсь, что он куда-нибудь зацепится. А это точно вон у нее, наверное. Выпьют клеши всю вашу кошачью кровь. Да, вон.
куди пошел господин Лаврик. О, солнышко там светит, садится. Ух, тут снега-то уже почти нет. Травка начинает. Травка зеленеет, солнышко блестит. А вот тут вот Людка куда-то пробирается. Прямо так, ух-ух. Коты, котята, да нет еще, говорят, большие. Не очень большие. Люда обратно куда-то на вал убежала. Лаврик, ой, Тимоха тут где-то. В этом, как его, песке. Да, все. Исчезла она туда. Это невосполнимые потери. Да нет у нас еще восполнимые. Никто не потерялся. Енота что-то ни одного не видел весной. Ну, где-то лазает ведь их много. Их бьют, бьют эти охотники. Не любят. А их все равно меньше не становится, как и зайцев. Зайцев тоже много. Да и лосей тут немало. Прекрасные угодья. А Лаврик вот там он где-то я видел. Во-во-во-во. Где-то вон там. О! Откуда он чалится? Ничего себе. Он вот откуда-то. С края деревни. Вон Тимоха. Вот тут где-то сидел. Ага. Вон там. За снегом даже. Снег такой голубой какой-то, синий. Тут эти мои истуканы сторожевые. А там вон Тимоха. Не знаю, за кем он там охотился. Но факт тот, что он Лаврика, наверное, увидел. Людку-то он видел. А Лаврика где-то с обеда не было. О, ого. Друзья, однополчане. Эй, сразу домой бежит. Тимоша. Ну чего? Вот чуть-чуть. Тут у меня емкости всякие. Зимние их кормежки котовы. Начал я мыть. Во, Тимоха бежит, 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 бежит опять. Опять куда? Вот тут вода у меня стоит. А вот Лаврик сидит. Лавруша! Ты-то там чем промышлял ведь? Откуда-то с краю деревни шел. Ага. О, встретились. Друзья, однополчане. Ну там темновато. Ой-ой-ой. О, Тимоха. Тимоха сюда идет. Тимоха. А Лавер вон где-то залез. А это не Лавер, наверное. Это Людка. Ну их тут столько. И все серые. Да? Их тут. Вот. Господин Тимофей тут сидит на пенечке. Хорош пенечек. Да. Там он. Ой, с зимы осталось все. Надо прибираться. Все тут приводить в порядок. Ничего, хозяйка приедет. Где-то дочка даже грозилась приехать на праздники. Вот-вот. Ага. Вот. И пусть тут прибирается.
Только шашлыки есть, и что ли? Да, шашлыки все любят поесть. Даже коты и прочие достойные личности. О, Лаврик вон тоже вышел на полный пансион. Или как там, променад. Ой, у него-то, ой-ой-ой-ой, спинка, как у хорошего кота уже. И лосница, не знаешь. Подшерсток-то зимний вылинял или нету их? Зайцев я сейчас видел, так еще беловатые, беловатые такие. Как будто, так еще снега-то в лесу, ого-го лежит. Ну и этот чешется чего-то. Тоже, наверное, клещи напали. Зачем я вам покупал эти ошейники, а? Ребята, будете вот, ну, мамаша ваша, ведь без всяких ошейников бегала, не знаю, шо за кошка была, дикая или где-то она жила, ведь чем-то питалась. Ой, господи, убили охотнички ее, всяких злодеев в этом мире, ой. Кого только нету, каких только прохиндеев. О, куда-то. Между этими. Вон куда-то пошел. Ладно, иди гуляй.